Русская православная школа города Краснодара. Негосударственное среднее общеобразовательное частное учреждение. Является уникальным наследием просвещения в России. В ней соединяются религиозно-нравственное воспитание детей и современное естественно-научное и гуманитарное образование. Имеет лицензию и государственную аккредитацию, которая позволяет выдавать выпускникам 9 и 11 классов аттестаты государственного образца. Ставит перед собой цель возрождения и укрепления духовно-нравственной культуры и патриотического воспитания молодого поколения. Образовательная и воспитательная работа в школе призвана отвечать требованиям, предъявленным к выпускникам государством. Целью данной программы является воспитание православного благочестия и христианской нравственности, целомудрие, милосердие, почитание старших, трудолюбие, жертвенной любви к ближним. В школе проводятся открытые классные часы, спортивные праздники, литературно-музыкальные композиции, семейные вечера, встречи со специалистами вузов Краснодара. Педагогический коллектив опирается на опыт русской, православной и светской педагогики. Одна из главных задач школы – возрождение традиций русского народа. Работа по всем направлениям, указанным в программе, это следствие достижений учащихся во всероссийских, международных, краевых, городских конкурсах. В копилку кубанского образования выпускниками школы внесено множество золотых и серебряных медалей, а в 2015 и в 2016 учебном году – 3 государственные медали за особые успехи в учении. Выпускники успешно обучаются в высших учебных заведениях Кубани и России. Приглашаем в нашу православную школу всех неравнодушных к духовным и нравственным проблемам государства, желающих получить светское и духовно-нравственное образование.